Любимые, всем привет! Вы с Аленой, и сегодня мы с вами говорим на одну из важных тем. Как изменить себя? Вывод из трансформационного коучинга. Что можно сделать, что можно взять, что можно изъять, как можно менять, как можно влиять на собственные ощущения, на собственное состояние и на собственный прогресс. У кого-то происходит прогресс, а у кого-то происходит регресс. И для того, чтобы вы могли этой историей хоть как-то чуточку управлять, вам очень важно для себя сделать вот какие выводы. Первый вывод. Если я хочу изменить события в своей жизни, сценарий в своей жизни, обстоятельства, ситуации, людей, может быть, вид деятельности, может быть, страну, я должен для себя взять, собственно, самое простое, что мне удавалось. Что значит самое простое? Это значит, что вы какое-то время ориентируетесь полностью на то, что вы умеете и что вы хотите в результате получить. Приходя в коучинг, приходя в какую-то программу, приходя в какие-то тренинги, вам всегда будут рассказывать про то, как взаимодействовать с собой. Так вот, самое первое, что вы должны сделать, если у вас происходят какие-либо изменения, очень важно дать себе время. Второе. Обязательно продумать то направление, в котором вы хотите плыть. Очень многие плывут по течению, что я наблюдаю. Им кто-то что-то посоветовал, кто-то что-то сказал, кто-то что-то показал, кто-то что-то. И человек говорит, я хочу так же, я хочу так же, я хочу больше, я хочу. Но ты это не тот другой. Ты это совершенно другая, иная история. И очень важно для себя определить не только стратегию, не только состояние, не только позиционирование. Очень важно для себя дать время для того, чтобы твой организм понял, что ты не кидаешь его в историю боли, что ты помогаешь сам себе и вытаскиваешь себя из той ситуации, которая создавалась раньше и была для тебя болезненной. Для того, чтобы сделать самое важное решение, самое важное состояние для себя, нужно определить, что я хочу, какие у меня есть инструменты и что я могу сделать уже сегодня. И эта программа 100% работает. Когда вам важно еще взять для себя благословение, сделайте это собственноручно. Благословите себя на дело, на решение, на состояние. Я провела еще один поток денежного курса, и кто в нем был, все помнят, что это не просто слова, которые вы себе внушаете, это разрешение себе быть богатым, быть успешным, быть счастливым, быть там, где вы должны и хотите быть. Не потому, что вас туда позвали и пригнали, потому что вы выбрали там быть. Вы на канале с Аленой. Если вам видео было полезно, пишите под видео, пишите вопросы, пишите темы, которые вам интересно рассмотреть, а я помогу вам в этом непростом выборе.